Всем привет! С вами Соня Варин. Это бесконечное лето мод под названием «Шанс на отпущение». Пятый день, короче говоря, вышел. Спасибо подписчику, что сообщил, что вышел пятый день этой модификации. Привет, Кусой. Большое тебе спасибо. И слава богу, что сохранение все работает. Ладно. Так, ну чё, поехали, так сказать. Качаемся. Я только могу что-то из этих качнуть. Я забыл, что у меня. Сила 2, контроль эмоций 3, мышление, мышки, воспоминания. Качну силу, а потом этот... Как там? Мышление качну. Так будет более нормально. Я чувствую, что что-то тут не... Что-то будет такое, что... Ой-ой-ой, пригодится. Эй, подъем! Ох, ни черта же не спал. Что такое-то? Где Алиса? Где полиграф? Что? Алис пропал? Как? Так, стоп, а чем мы вернулись? Что вы простите? Где Алиса? Где полиграф? И говорите, что мы четвертый день вернулись. Пролетел тот место. Ладно, нужен сон. Что такое? Дверь заперта. Ключи тоже у меня. Окно! Что, сбежала? Ну, мы же ей руки связывали. Да понятия не имею, смотри сам. Шуй указал пальцем на разрезанной веревке. Это же все было. Подожди. Подожди. Это что, правда? Это что-то не то. Стоп. Я что-то не понимаю. Так, все было. Это все было. А что у меня повторно крутит? Да, подожди. Подожди, а что на повторно мне крутануло? Сейчас, подожди. Что-то мне не верится. Я же четвертый день прошел. Дошел до пятого. Сохранение на том месте было, где у нас кто из них убийца. Вот пятый день. Ну-ка. Это все было, мы смотрели. Да, мы все смотрели, я помню, я снимал. В этих мы встретили тоже. Так. О, наконец-то! Тогда что это было тогда? Что это за прикол? Куиз, догадки, я не знаю. Так, ладно, понятно. Значит, вот. Все. Разворот на 180, и вот тут продолжение получается у нас. Нет. Выслушав двухминутное получение вожатой, устав лагерем, мне все же позволили спать. За то, чтобы уснуть, мне понадобилось меньше минуты. Уж слишком я оказался измотанным. Ау, тяжело. Трудно. Трудно абсолютно все. Дышать, стоять, даже открыть глаза. Невидимые, но невероятно тяжелые цепи сковывают любое мое движение. Но нет. Ощущение, что они полностью ограничивают меня в передвижении. Цепи такие горячие, нагретые теплотой моего тела, что кажется, если их скинуть, то тут же замерзну. Но единственное, на чем они держатся, так это на мне. Так что достаточно найти хотя бы частичку сил, чтобы избавиться от них. Такое пустое, огромное и мрачное пространство. И только мое отражение, покрытое пылью в зеркале. Кто ты? Прямиком из зеркала прозвучал вопрос. Что за голос? Настолько неестественный. Словно был произнесены не слова вовсе, а какое-то звукоподражание. Вопрос не содержался вопросительного тона, ровно как и любого другого. Я Семён.
Мой ответ несколько раз отразился эхом, что весьма удивил меня. Ведь с тем голосом такого эффекта не было. Ты меня неправильно понял. Кто ты? Я не имя спрашиваю. Иной звучит это даже... Это до невозможности странный голос, абсолютно ничего не выражающий. Кто это и чего желает от него слышать? Я? Это я? Посмотри вокруг. Как думаешь, что это за место? Абсолютно мрак. Глаза улавливают лишь свет у зеркала. Понятия не имею. Каков твой ответ? Значит, и кем ты являешься, ты, может, не знаешь. Верно? О себе я знаю достаточно, но чужакам обо мне немного знать не надо. Как поступишь, если я скажу, что это место и есть ты? Первое, пришедшее тебе в голову мысль об этом месте и будет идеально описанием тебя самого. Что? Абсолютный мрак? Как? Вообще это место может быть связано со мной? Это темное место вовсе не равнозначно пустоте. Ты не желаешь видеть то, что находится в тебе, и предпочитаешь замаскировать это под мраком. О чем ты? Даже это единственное тусклое освещенное зеркало много говорит о твоем состоянии. Видишь ты в нем себя? Да. Это же я. Точно я. У тебя есть и сила, и возможность разогнать тьму в своем сознании и избавиться от искусственной слепоты. В этом случае ты сможешь принять самого себя. Но ты можешь это не делать. Ведь если ты сам покрыл все это слоем мрака, может, так оно и нужно. Человеку свойственно двигаться к свету, к теплу, и не исключение. Можешь стать это, но только Богом, но и самим тобой, забытое место. Никто, кроме тебя самого, за это не осудит. Но уйдя отсюда, не забудешь ли ты то, ради чего до сих пор находишься здесь? Не лишился ли того, что являлось частью тебя? Это нечеловеческий голос. Почему-то каждое произнесенное им слово все сильнее настораживает меня. Будто существо, обладающее этим голосом, гораздо превосходит меня во всем. Он говорит, что это место – мое подсознание. И здесь находится все то, что я забыл и на что не обращаю внимания. Но кем же является тогда этот голос? Признаешь ли ты себя самим собой? Ответь же, кто ты? Я? Не, ребята, я без этого никак. Я что-то... Называйте как хотите, сыкую, не сыкую, но у меня что-то, блин, как-то, блин, страшно. Говорите что угодно, я не знаю. Я не знаю, какое из них правильное будет решением и какое будет последствие от этого ответа. Я просто не люблю сложные выборы. Потому что ломать мозг – это не мое решение, не мое такое. Но ясно одно. То, что вот этот говорит, знает нас. Это означает что? Правильно. Что-то это хочет от меня. Я тот, кто я есть, я новая личность, я возрождающая личность. Наш, так сказать, автор очень хорошую философию размышляет. Тут что-то не то, если честно. Не, ну я тут что-то вообще не знаю. Сейчас посмотрим, подождите. Я хочу... Я... Очень... Осторожно веду тебя. Ага, ты еще... Вот тебе еще прикол века. Ага, попробуй. Когда у тебя карта прохождения на четвертый день. Ладно. Я тот, кто я есть, короче, выберу. Ладно, насколько же времени это состояние ты себе представить не можешь? Человек, игнорирующий тьму и не стремящийся к свету, что же он такое? Вот ты сам себя палач, и тебе виднее, когда выносить приговор. Если вот это... Да. Он будет...
Тут все меняется со словами, да? А, подожди, значит. Нет, я тут все равно сохранюсь, потом посмотрю, какое из них самое правильное, так сказать. Значит, я выбираю только первое. Посмотрим, что из этого выйдет. Не мне судить о правильности твоего выбора. Сейчас ты мыслишь направление, что даже если вокруг только тьма, есть ли право от нее отказаться, ведь все это накоплено за весьма долгий промежуток времени, не так ли? Уход от самого себя не избавит меня от ответственности за уже совершенные поступки. Поэтому я не откажусь от того, что принадлежит мне, даже если это мрак. Ни вопроса, ни ответа больше не последовало. Голос просто затих и растворился, оставив меня наедине с самим собой. Осталось лишь убедиться в серьезности своих слов. Иначе, ради чего все это? Кем же я остановлюсь? О, здрасте. Ну, так сказать, мы вернули свою личность, такую, которая у нас такая. Осознаешь, почему ты здесь? Догадываюсь. Но я сделал все по мере своих сил, разве не так? Здесь вполне уместное выражение «перестарался в отрицательную сторону». В отрицательную? Разве я не достиг поставленной передо мной задачи? Твой возраст не должен позволить тебе совершать столь глупые ошибки. Вы про упрощенный параметр боли? Ну даже без него какой результат? Итог отвратен. Видимо, ты уже забыл, как боль может менять мышление человека. Тебе не нужно было изобретать велосипед. Все, что тебе требовалось, следовать рекомендациями. Они слишком примитивны. Они не могут подействовать разве что на самого простодушного. Как они вообще могут быть применимы к этому? Твой ответ сводится к тому, что никто тебе не указал или не учи ученого. Нет же, вы немного не так поняли мои слова. Я счел, что лучше будет довольно. Я разочарован тебе, посол. Я снимаю с тебя все твои полномочия. Ты нам больше не нужен. Мы пойдем без тебя. В качестве наказания приговариваю тебя к временной предмере за измену совету и попытки взять ситуацию под свой полный контроль, пользуясь своим положением. Что? Нет же! И в мыслях не было! Вам же известно, что я один из самых надежных, преданных! Приговор приводится в исполнение. Немедленно. Эй, не слишком ли... Что-то не сказал. Ну ладно. Уже утро. А глаза так и слипаются. И не желают покидать такую спокойную, приятную темноту. Краем глаза я взглянул на соседнюю койку. Пожата все еще спала. Должно быть еще рано. И я могу дать себе столь драгоценное, особенно утром, минуты сна. Мне снился какой-то кошмар. Помню, в нем был я, смотрящий на свое отражение в зеркале. Но почему же кошмар? Чего ужасного вроде бы и не было. Странно. Видимо, мой мозг подсознательно отнес этот сон к кошмару. Так к тому, с чем не желая сталкиваться. Даже удивительно, что я помню этот сон. Пускай, как мне кажется, и не целиком. Но стоит мне только прогрузиться в так манящий меня сон, как из моей памяти будет стерт бесполезный фрагмент в виде этого сна. Ну и пускай. Вот еще заморачиваться себя из-за этого бреда, сложившегося где-то в подсознании. Звук открывающегося окошка, а вместо с ним и усиливающее пение птиц вывели меня из зоны комфорта. И когда уже я успел стать столь зависимым от таких мелочей? Семен? Да, встаю. Образ вожатый меня слегка удивил. И нет, дело вовсе не в форме. Тут вроде порядок, все как и должно быть.
Просто после всего произошедшего у меня из головы вылетел образ ответственного из-за других человека, сидящего за порядком в лагере. Что-то не так? Все в порядке. Просто пытаюсь проснуться. Пойду умоюсь, пожалуй. Быстро накинув себе рубашку и шорты, захватив умывальные принадлежности, я попятился к умывальникам. Лагерь тебе выглядит даже очень оживленно. Побежавшую в сторону умывальников группы малышей и не спеша идущую в сторону площади на линии купенеры не дадут соврать. Косы пережиты мертвые, даже страшные, тишины этого места чувствуют себя чужим и даже как-то не вклинивая среди жизни лагеря. Эй, Алботус, чего в облаках витаешь? Считаешь новым такое обращение со старшим? А как по-другому назвать человека, что сегодня в наказание будет весь день вожатый на побегушках? Тут, похоже, ее правда. Наивно было бы думать, что мне такие походы за пределы лагеря сойдут с рук. Зато кирбинетикам тебе придется поставлять за мой подвиг. Ой, герой, прям таки. Ты умываться-то идешь? Иду, иду. Видимо, пришел я как раз таки в самый расцвет жизни лагеря. Все умывальники были заняты, и какое-то время мне пришлось подождать, пока заводится хотя бы один. Вода все такая же ледяная, но нарушать гигиены желания нет. Да и когда еще случится возможность вот так вот спокойно, ни о чем не беспокоясь, встречать утро. На такие мелкие неудобства не стоит обращать внимания. В какой-то момент вода начала темнеть и принимать красноватый цвет. Если поначалу это было и похоже на ржавчину, то спустя пару секунд нахлынувший поток багровой красной горячей жидкости стал липнет к моим ладоням. Вслед за этим последовал тот самый запах, который сейчас я крайне не желал бы чувствовать. Запах крови. Попытки закрыть кран не увенчались успехом. Жуткая жидкость, напоминающая, а может являющаяся кровью, продолжала течь сильным потоком. Что за... Я оглянулся и с ужасом обнаружил, что от только что окружающей меня толпы пионеров и следа нет, а из остальных умывальников текла такая же жидкость, переполняя раковины до краев. Какого дьявола тут происходит? Стоило мне только крикнуть, как в глазах на долю секунды помутнело, и все вернулось в свои прежние краски. Вся шумная толпа, как оказывается, находившаяся время здесь, вокруг меня, замолкла. Неугомонные взгляды пионеров сосредоточились на меня. Все в порядке. Извините, кого напугал. Просто зубам стало холодно очень. Удивленно, но не имеющие ни капли презрения взгляды пионеров, легко приняли мои слова и продолжили вводные процедуры, вновь оживив прерванные мной диалоги. Вот же... Галлюцинации только не хватало. Хотя, можно ли назвать это галлюцинацией? Мое состояние сейчас в полном порядке. Организм до истощения всего еще далеко. И почему-то привиделась мне именно кровь. Похоже, разум не желает, чтобы я расслаблялся и хоть на минуту забывал о своей сущности. Вечно откладывать вопрос о том, кем же я являюсь и что мне делать, не удастся. Ну, что ж поделаешь? Но хотя бы еще на пару мгновений я хочу побыть тем, кем я являюсь сейчас. Ведь такого беззаботного состояния я не испытывал последние 6 лет. Если уж наслаждаться, то тогда стоило бы поторопиться на площадь, пока линейка не началась. Получение от старших явно не лучшая сторона этого возраста. Заебись. Пока я возвращался на место умывальной принадлежности и направился к площади, выяснилось, что линейка уже началась. Я попытался незаметно пристроиться к своему отряду, но встретился со взглядом вожатой. Заострять на мне свое внимание она не стала, а продолжила речь, но было ясно, она учтет мое опоздание. Вот же, конфликтов с ней, похоже, не избежать. Ну, не страшно, да? Не страшна беда. Хей, привет, ну как ты? А что-то, что случилось? Когда вернулся-то в лагерь, поговаривали, что тебя до полуночи в лагере не было. Эдак, есть такое. А что случилось-то? Неужто обвал в старом лагере произошел? Да какой там? Ваши детали там день с днем не отыщешь. Эх, могли бы, конечно, догадаться, что про кучу радиотехники в старом корпусе всего лишь слухи. Слухи слухами, а рюкзак деталей, что я там нашел, запомнил.
Позже его вам занесу. Целый рюкзак? Это что же ты там такого смог отыскать? Что? Сарешкин! Прошу прощения! Шептаться, пока вожатый изливает тут свою речь, дело еще то. Как бы не обернулись такие перешептывания в неочередной уборке площади. Так, из речи вожатого стало ясно, что на днях планируется поход в лес. Жутковато вспоминание последнее то прохождение туда. Но, думаю, в этот раз беспокоит ничего. И никто не должен. Ответственность за подготовку маршрута и поиск подходящего для посиделок места возложили на наш отряд. И похоже, что немало участь в качестве наказания лежат на мои плечи. Клиника закончилась достаточно быстро. Может, все потому, что я на нее опоздал? И все разошлись по своим делам, как в море корабли. Почему-то я ожидал, что Ольга Дмитриевна меня вот так просто без дела не оставит. Но вожатый спешка направил в сторону домиков. Ну и что теперь? Оценивать и дальше вариант. Конечно, ну не так я хочу провести день. Пытаться узнать, что со мной произошло вчера? Это бесспорно интересно, и ответ для меня так желан, но чувствую, что мои поиски ответов ни к чему не приведут. Да и думаю, что лучше смириться, чем пытаться повторно выйти на контакт с тем психом, ведь кроме него вряд ли кто-то знает о случившемся, ведь вроде как это его игра была. Ну, меньше знаешь, крепче спишь. Тогда стоило бы чем-то занять себя, чтобы дурные мысли в голову лишний раз не заполнили. Стоит, наверное, вернуться в домик за рюкзаком и отдать кибернетикам их детали. Только вот вожатый вроде бы тоже направился куда-то в ту сторону. Вот, а ну навыки, да, стоп, опять. Вау, значит не зря. О, а чё ты? А, стоп, ай, а чё за... Хочешь показать, является максимально возможным пояс. А, я могу. Я хотел просто брать. Так, ладно. Качаем мышление. Да качайся. А. Сейчас куплю. Покачнулась. Сила троечка, воспоминает троечка, опускай все на тройке будет, чё? Все, заебись. Да ёп. Так, а тут ну чё? Образцовый пионер, воспоминания меньше 5, мышление 3+, и раньше 5 дня. Воспоминаем ад, остановить старый образ. Хотя и пока неизвестно. Но у меня нету ничего, но тут написано не раньше 5 дня. Требования воспоминаний меньше 5 мышления. Я могу взять образ образцового пионера? Ха, да, что-то не хочу, простите. Ну не-не-не. Простите, но я пас. О. Тот парень. Что-то с ним не так. Я вовсе не о том, почему же у него в какой-то момент загорелись глаза, и о том, что же ему это давало. В нем какая-то другая странность. В чем она проявляется? Это же точно он, только немного помоложе, что ли. Как же я его сразу не узнал, еще при первой встрече. Но еще вопрос, узнал ли он меня? Хотя, я же сейчас выгляжу иначе, разве мог он? Не мог. Но, насколько я помню, он говорил, что мы из разного времени. Если не ошибаюсь, он из 2013. В этом случае все только совпадает. Мое второе убийство – август 2013 года. Что ж получается, его жизнь оборвалась на тот момент и продолжилась здесь? Как такой-то... Что же не так? Точно тот самый парень.
почему, как и я, оказался в 87-м году. Все уверен, что он мертв. Это просто мое воспоминание, качное вот такое воспоминание. Помнит ли он о том, что его, я его убил? Его нападение на меня не было похоже на месть. Слишком слабо, что ли, для мести. Девочки, как две капли воды, похожи на моих жертв. Теперь еще и он. Слишком много совпадений в столь маленьком месте. Все они, когда были убиты мною, ну что я теперь делаю среди них? О! Ха-ха! Идите нафиг, я в мускру пошел, мускружок пошел. Никуда не пойду. Никакие детали не буду относить. Времени у меня еще предостаточно. Так что я решил направиться в музыкальный кружок, вместить Мику. Тем более, как вчера мне сказал Славя, то Мику вроде как переживал за мое длительное отсутствие. Хотя, как я понимаю, меня не было, может, максимум часов 7. По моим же ощущениям, отсутствовал я 3 суток. Но раз даже такой незначительный срок мог кого-то заставить волноваться, то думаю, не стоит вот так игнорировать чьи-то чувства. Хотя, чего уж там скрывать, я чушь к переживаниям других, особенно если они касаются меня. Но стоит бы хотя бы на сегодня немного человечнее себе привычного, а то, вероятно, второй возможности уже не будет. Я жду, когда... Сейчас, подожди. О, все, нормально. Я буду ждать карту прохождения 5-го дня. Если она будет, я посмотрю, какой из этих 3 был праведный. Я не знаю. Угад выбрал. Реально. Я не знаю, какой из них правильный. Ладно. Эх, будет весьма непривычно для человека вроде меня из мира страха и боли. Есть кто? Да, да, входите, открыто. Этот голос. Трудно писать чувство, что сейчас нахлынуло на меня от звучания ее голоса. Когда кошмарно сне начинаешь верить в действительность происходящего, теряя здравость рассудка, начинаешь чуть ли не молиться всемогущему существу. Молишься на надежде, что он услышит. Извиняюсь. Молишься в надежде, что он услышит твою молитву и прекратит твои страдания. Но вот все оказывается сном, и открывая глаза, ты понимаешь, что все это лишь причудилось. Ничего из кошмара не происходило, и в доказательство ты слышишь голос того, кого в том видении не стало. Из-за такой ерунды обычная повседневная жизнь и начинает казаться чудом. Эх, если бы только мой настоящий мир, откуда я родом, оказался бы сном. А, точно, у нас уже... С Мику у нас дофига всего, предположительно. Привет! Семён, в порядке? Ты приходи, не стесняйся, присаживайся. Очень резво Мику встретил меня. Вот это и странно, но мне приятно её видеть. Живой. Так-так-так, точно цел. Мику внимательно обходила, осматривая меня со всех сторон. Это чего же ей такое наплели, раз она так внимательно изучает меня? Ты чего, я же не с войны вернулся. Ой, а что это? А это что такое? Мику едва коснулась кончика пальца до тыльной стороны моей шеи, как резкая боль отдалась по всему телу и в особенности ударила по области плеч. Ой-ой, прости, больно? Нет, ничего, просто не ожидал. А что же это такое? Где же ты так умудрился? Я же помню, у тебя этого не было. Ей откуда известно, были у меня там стыды или нет? Неужели это стальное состояние моего тела помнит? Боже. Похоже на след от какого-то укола. Причем большой такой след. Не преувеличивай. Укусил меня кто-то, пока ходил туда-сюда. Не думаешь, что это может быть опасно? Может, тебе к Виоле стоит на всякий случай обратиться? Вио? А, к сестре. Да вот еще из-за комариных укусов каких-то метнут обращаться. Уверен. Абсолютно. Порядок, говорю же. Ну, раз так, значит все хорошо. Тогда я тебе рассказываю, что случилось же, а то мне кажется, что я одна столь мало осведомлена о произошедшем. Вот планно выдумывать тебе. Раздуло измучить слона, как говорится. Ничего необычного не случилось, просто по просьбе кибернетика отправился в старый лагерь и припозднился.
принципе, тебе это и так было известно. Но сколько же ты вернулся? Да я, честно говоря, и сам не знаю. Ну, после полуночи где-то. Почему же один пошел? Почему никого с собой не взял? Это же далеко, да и отправиться. Да и отправился ты в темное время суток. Я бы могла пойти, если бы позвал. Вот именно этого мне и не хотелось. Двоим-то всяко было бы быстрее. А что ты там делал по просьбе Кирвинетика? Детали, приборы искал. Вот моя-то помощь явно была бы не лишней. Я думаю, мы еще кого-нибудь могли бы подхватить и точно успели бы вовремя. Вот еще других втягивать меня же попроси, и я выполню. А уже это что? Вряд ли нам позволит такому поступку остаться без наказания. Вот ты и старался ради других, но все же, его бы Дмитрию можно понять, она же ответственна за нас. Да вот, обошлось как-то, хотя я с ней живу в одном домике, кроме устал лагерем, ничего от нее с момента возвращения выслушать не пришлось. Ну, думаю, стоит ей вспомнить обо мне, как тут же найдется поручение для меня. Вот так? Повезет тебе, значит, по крайней мере, пока везет. Может, если ты сейчас не занят, попробуешь поучиться на что-нибудь играть? Не могу сказать, что я сейчас полностью свободный. Я вот нашел минутку, тебе решил заглянуть. Так что теперь я пойду, пожалуй. Но будет время, зайду. Так что жди. Ну, хорошо. Мы так, значит, просто гуляем. Здесь, может быть, встретим Лену. Здесь Алису Ульяны. Вот это... Змея. Йова. А что там вообще в медпункте будет? Мне стало интересно. Поехали в медпункт. Пока есть свободная минутка от Зора Божат, я решил направиться в медпункт. Шея порой зудит, сильно тешится на месте, куда бы введена неизвестная инъекция. Вероятно всего, те галлюцинации длиной в 3 дня – это следствие именно под действующей инъекции. Но они, к счастью для меня, прекратились. Но могу ли быть еще какие-либо другие эффекты? Кровь из умывальников. Не могу ли это причудиться из-за этой инъекции? Не хотелось бы повторения такого случая. И дело вовсе не во мнении обо мне у окружающих, а из-за страха, который меня переполняет в виде таких картин. И именно животный страх сопровождается такими галлюцинациями. И как бы я ни пытался сдерживать себя, против этого я бессилен. Однако стоит учесть, что и нахлынувшие на меня воспоминания вызвали схожие чувства. Но пока есть риск проявления еще каких-либо симптомов, стоит обратиться к медсестре в надежде, что она сможет мне помочь. Хотите? Ой, что беспокоит, пионер? Месяца что-то заполняла и даже не стала оборачиваться, чтобы посмотреть, кто зашел. И как же она определила, что зашел именно пионер, а не пионерка или кто-нибудь из персонала? Бой на тыльной стороне шеи беспокоит. Я вчера по лесу, так сказать, прогуливался, и, видимо, меня какая-то зараза цапнула. Не могли бы вы глянуть, нет ли там ничего серьезного, просто зудит и чешется. Начну описывать пока так. Вряд ли кто поверит в то, что происходило в действительности. Ну давай посмотрим, пионер. Поворачивайся. Посмотрим. Вот здесь беспокоит. Сестра слегка коснулась ваткой на место вкола инъекции. Да, там. Укусил кто-то, говоришь? А, ну да, ну на укус было похоже ощущение. А я вот вижу явный след от шприца. Или, может, у вас в лесу новые насекомые завелись? И о чем я дома пытаюсь надурить с медсестру? Нет, это правда... Нет, это правда след от шприца? Только вот, я не знаю, что мне вкололи. Костя знает, что кололи, напарника своего выдашь. Или вожата звать. Какого еще напарника? Да если бы он был. Вот немного похож на человека. Дело в том, что я вчера ходил в старый корпус для поиска брошенных там деталей. Ну и наткнулся там на какого-то парня. Имени не знаю, но он представлялся неким послом. Я сразу западаюсь в нем что-то неладное, ведь на пионера из лагеря был не похож, однако возраст, наверное, как и мой. И он предложил тебе кольнуться. За наркомана меня держит? Низковые, однако, обо мне мнение. Правильно, нечего не брать, ничего не брать от чужаков, я помню. Так вот, через несколько минут разговора с ним я пытался узнать, кто же он такой. И произвел то, о чем я догадывался. Но оказался не готов. Он напал на меня и вколол какую-то инъекцию. Если я скажу, что было дальше, то меня же в дурку запрут. Да и вряд ли кто-то сидит теперь
найти этого парня. Хрен же знает, где он может теперь быть. От этой инъекции временно потерялась сила, упал, однако через часа 3-4 восстановился и решил вернуться в лагерь. Куда исчез тот парень, я понятия не имею. Ровно как не знаю, с какой целью он совершил такой поступок. Вернулся я поздно ночью, поэтому беспокоить вас не стал. Решил вот утром заглянуть. Такая интересная и в тот же момент сказочная история. Но это не мне выяснить. С утра что-нибудь кроме зуда беспокоит? Галлюцинации. И насколько часто? Проявились пока только во время утреннего процедур. Но эффект был сильный, даже слишком. Галлюцинации, значит? Минутка ТЗ. Понятно, что медсестра все передаст вожатая. Но я же не соврал в конце концов. Выпей. Сестра протянул мне какой-то раствор. И ну это-то какой? Что это? Я и говорю, если не желаешь и дальше видеть галлюцинации свои. Уссурицкий мало чем отличается от простой воды, разве что кислее. Галлюцинация долго не будет мучить, если, конечно, повторно не захочешь встретиться со своим послом. Говорю же, не употреблял я ничего, тем более, то по своей воле. Все же, не могли бы вы сказать, что со мной? Похоже, что галлюциноген. Серьезно, последствия того, если это так, приема быть не должно, и уже завтра можешь забыть, про какие-то они были галлюцинации. Но станет хуже, бегом ко мне. Там по обстоятельствам решим, возможно, придется отправить в райцентр. Есть транспорт? Найдем. Ясно. Сейчас я могу идти? По самочувствию как? Вроде порядок. Ну, ступай. Или еще чего-то хотел. Нет, спасибо, что помогли. Я пойду. То ли линейка сегодня началась раньше обычного, то ли завтрак был перенесен на более позднее время. Но мой желудок успел заявить о желании сытно поесть. Прозвучавший горн был очень кстати, и я не спеша отправился в столовую. Но именно что не спеша, наверное, и было моей ошибкой. Уже и вовсе из головы вылетело, что перед столовой, коль пришел он не первый, ожидай большой очереди. С трудом, но мне все же удалось пробиться в столовую. Свободных мест, как таковых, уже не оставалось. Куда ни глянь, везде занято. Этого и следовало ожидать, то в полном пионерами лагере. Минуты ходьбы между рядами я нашел свободное местечко во втором ряду с Ульяной. Ну, не голодать же. Взяв поднос с едой, я присел к Ульяне. О, Сяма, чего мест не хватило? Как видишь. Это даже хорошо, а то я уже тоже тебя искать собиралась. Вот ничего хорошего в том, что она заинтересована во мне нет. И с какой же целью? Ты ешь пока, сил набирайся, пригодятся. Интересный расклад, и что у нее на уме? Но раз позволяет пока спокойно поесть, нужно пользоваться возможностью. Доев свою порцию гречки, я собирался поднести посуду, но была остановлена Ульянкой. Ну вот поел, тебе можно к делу. Ну и стиль общения, конечно. Хорошо, что хоть такой, а то могла бы и во время приема пищи толковать мне, что ей надо. Что бы ты там не удумала, против стола я им пойду, да и тебе не советую. Когда ты тут успел стать прилежным пионером? Чего, Ольга Пинта мозги все же промыла своими нотациями? Тебе будет проще понять именно так. Сам видишь, заслужил. Но хочешь, не хочешь, а помочь мне тебе придется. Чего, друг? А кто вчера в лесу заплутал, а? Никто же. Я мирно возвращался в лагерь, пока из кустов, светя фонариком в лицо, не выскочил рыжее бестие 1.5 метра ростом. Ну рад или нет, ты был моей встречи. Не имеет значения. Важно лишь то, что я с Алисой все-таки отправился искать тебя, балбеса. Тебе кто-то запретил меня искать? А, тебе так как запретили вам. Ты стрелку-то переводи, прекращай. Я тебя нашла. Значит, ты у меня в долгу теперь. Ты, между прочим, сам вчера с этим согласился, когда до площади все вместе дошли. Чё-то такое припоминаю. Ну, после той чертовщины оно не мудрено согласиться на такие-то мелочи. Жаль, что своих слов не отрицаю. Ну и чё нужно? Чего, уже забыл, чего обещал? Конфет хочу. 1 килограмм. Нет, 10 кило. Откуда я их тебе достану? Вот если хочешь, выпей мой чай. Я к нему не притрагиваюсь. Я приму твое предложение, но это никак не будет достаточно. Я из-за тебя сегодня
Между прочим, всего 6 часов спала. Я требую достойную компенсацию. Ульянка махом выпила стакан чая, что ей только что отдал. Достойную компенсацию ты только что выпила. Ничего не знаю. Могу лишь сказать, что я точно видел пакет конфет на кухне, в тумбочке. Буду ждать своих зданий. Вот еще нашелся мне хан. И как я должен ей сладость это достать? Не на барасфере, я как-то не специализирован. Да и буду это. Но все же, как вариант, есть, его стоит припасти. Отнеся посуду на мойку, я вышел с салона. Да иди ты, мелкая, в одно место, я тебе фиг принесу конфеты, сама, блин, делай так. По почте там кто-то есть. У нас все те же моменты. Ехали, отнесем этим примбамбаса этим гадом. Как не бегай, а рано или поздно вожатый вспомнит обо мне. А уж проблем найти меня у нее не составит. К тому же, мне в любом случае придется зайти в домик, дабы сдержать свое слово по поводу радиодеталей. Сказал, что до утра будет выполняй. Кто знает, насколько важна кибернетикам скорость доставки этих деталей. Но как я и опасался, встреча с вожатым была неизбежна. Семен, чего без дела шляешься? Как бы я... Как раз твоих рук не хватает, а я уже беспокоюсь, кого бы занять. Ты же помнишь, что до конца смены осталось всего 2 дня. Учитывая ситуацию, в которой я влипаю, для меня эти 2 дня могут и не на месяц тянуться. У нас сына без надобности уже недели так 2. Ну и понятно, что никто так давненько не убирался. Думаю, задача тебе ясна. Прибраться так, значит? Концерт, что ли, какой-то намечается? А вот это секрет, узнаешь потом. А теперь давай, швабру, веник в руки и шагом марш к сцене. Швабра и прочие принадлежности, думаю, найдешь. А я побежала. Нужно бы еще шахматный кружок навестить. Позже проверю твою работу. В принципе, со мной даже легко поступили. Все могло бы быть гораздо хуже. Видимо, сегодня вожатый в добром настроении. Но одному убирать всю сцену, может попробовать найти напарника. Ладно, пока возьму то, зачем я сюда пришел. Рюкзак. Я остался как кибернетиком это занести. Их же 2 должно быть. А вот кто-нибудь в благодарности да откликнется на мою просьбу. Идем сейчас отнесем этим гадам. Ну, электроник-то уже знает, что я должен к ним зайти с гостинцем. Так что, думаю, он на месте. Уже у порога был слышен шум приборов. Работа в этом кружке, видимо, кипит и без моих деталей. Семен, доброе утро! Ведь Шурика привел меня в оцепенение. То, что он натворил, да его попытка прикончить меня, такое так просто не забывается. Я крепче сжал в руке рюкзак, готовясь в случае чего использовать его как оружие. 10 кг в нем есть. Ты чего? Не-не-не-не, это же не он. Дурень, успокойся. Где электроник? Все, что я смог из себя выловить, не показывая гнев при присутствии хотя бы еще одного человека, я должен чувствовать себя поспокойнее. А, я нужен, минутку. Все в порядке. Было бы все в порядке, так себя бы я не вел. Но он ничего не совершал из такого, что я видел. Все это было чем-то вроде сна. Так зачем держать злобу на него настоящего? Да, порядок. И это, детали ваши принес. О, правда что ли, говорят? Что ты ради этого до полуночи в Сармлаге находился? Не стоило оно, конечно, того. Зря мы тебя так торопили. Ничего бы не случилось, принесет ты их чуть позже. Например, сегодня в обед. Ну, спасибо тебе огромное, мы перед тобой в долгу. Вот заглянуть рюкзак. Да забирай. Все же это и правда самый обычный Шурик. Быстро же я изменил свое мнение об нем. Всего за 1 поход в старый корпус. Поразительно. Неужели это все было в старом лагере? Да тут многие детали и года нет. Совсем как новые, разве что пыльные. Ну рад, что смог помочь. Чего, все настолько замечательно? С подсобки вышел электроник, держа в руках небольшой мешочек с какими-то мелкими детальками. При полном он, однако, настроение. Ну, хотя понятно, ему уже от вожатого ничего не прилетело от разговорчиков на линейке. Теперь он может спокойно хоть весь день провести в своем рукушке. Да ты глянь! Шурик принялся вытаскивать все содержимое рюкзака на стол, отчего тот и так находившийся в беспорядке теперь стал напоминать свалку брошенной техники. Он был явно удивлен таким количеством частей от приборов. И я, честно говоря, тоже ведь по весу оказалось, что их не так уж и много. А тут еще и так куча.
Семён, он даёшь! Ну спасибо, выручил! Да нам это количество не то, что на робота, на станцию хватит! О каком роботе и станции идет речь? Мне, конечно, непонятно, но по выражению их лиц, они явно довольны моей работой. Ну, у тебя в долгу. Чего хочешь, проси? Не в нём не откажу. Чтобы быть аккуратнее с такими словами, я бы все же и придерживался равной оплаты за труд, а не как он предлагает любой. Понятно, что он это ляпнул, не подумав, под эмоциями. Или же содержимое этого рюкзака выдано мне послом действительно столько ценно. Хотя, если подумать, то цену этот рюкзак я заплатил сумасшедшую в виде 3 дней безумства. Ну что ж, раз он предлагает любую оплату, почему бы не принять ее? В конце концов, в одиночку драть сцену как-то желания нет. Раз так, то... Да иди ты, блин! Сережа, Александр, вы тут? Пойдемте поможете. Семён, а ты чего тут делаешь? Я же тебя куда послал? Да я принес, я просто занес. А ты не взмол, скрывая сумку кабинетиков? Нет же, дайте договорить. Вот тогда и ты и пойдешь вместе с кабинетиком помогать столь при... Столы передвинуть, библиотеку, шагом марш. Вот так нагло мне затыкать, не дав ни слова сказать? Даже для вожат это нагло. Нет, не нужно себя считать каким-то особенным. Хотя бы этот денек нужно дать нервам немного расслабиться и просто оставаться таким, каков я есть. Бегу уже. И все равно сцена осталась. Я тут просто хранюсь, я посмотрю потом сам, что и кто с кем, кто там где находится, чтобы... Я отвечаю! Ольга Дмитриевна, тварь! Так, тут тоже сохранюсь, потому что уже все пора заканчивать, это уже... Надо только не перепутать. Да я же сохранился! Да. Ладно,